Александр Рыбак нашел время в своем плотном графике и встретился с поклонниками. Оказывается, русские фанаты самые лучшие в мире. Российские фанаты Александра Рыбака встречают своего кумира не только с подарками и вкуснейшим тортом, сделанным по индивидуальному заказу, но и с живой музыкой. Фан-клуб радует белоруса-норвежца песней под скрипичную музыку. У меня самый лучший фанат в мире. Иногда чуть-чуть много подарков, но, конечно, когда мне сладости дарят, это вообще именно то, что нужно. Александр покорил весь мир своей песней «Сказка на Евровидении». Его скрипка и мечты смогли затронуть сердца 700 тысяч европейцев. Александр Рыбак – настоящий космополит. Родился в Белоруссии, живет в Норвегии, разъезжает по всей земле. И эта любовь ко всему миру однажды чуть не стоила скрипачу мужественной репутации. Где-то было там, на белорусской вечеринке или что такое, в Осло, когда я сказал, что I love you guys. Guys – это типа ребята. А люди подумали, что я сказал гейс. Это две разные. Это, конечно, просто очень-очень смешно. Песни моей любви без границ. Сейчас сказочник Александр мечтает о довольно реальных вещах. Хочет спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым и прелестной Ани Лорак. А пока демонстрирует свой сольный клип «Небеса Европы». Небеса Европы, плачу дождем. Елена Нашикян, Максим Куликов, Муз-ТВ. Время ждем.